Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я буду рисовать эскиз для блогера Леся Шапель. У нее на канале проходит конкурс, кому интересно, переходите по ссылке ниже. Вот такой вот у меня карандаш, я очень заостряю. Пользуюсь специально таким рюкзаком. Почему? Потому что когда у меня была учительница, она говорила, что художники не пользуются точилкой, они вот так заостряют. И, в общем, осталась у меня эта привычка до сих пор, и я так до сих пор делаю. Ну и, конечно, мне очень нравится, реально. Точилкой это не сравнится. Сама не знаю пока, что буду рисовать, не знаю, что буду творить. Но сейчас нам этот белый лист бумаги что-нибудь подскажет, и поехали. Вот так вот выглядит мой эскиз. Хотела вам показать, как я его создаю, но у меня настолько не получается снимать и рисовать, потому что я решила сначала отрисовать, а потом уже вам показать, как у меня все получается. Хотела нарисовать такое вот красивое вечернее платье, но решила уже отойти от этой темы и немножко поэкспериментировать. И так хочется зимы уже, так хочется снега, и вот я решила изобразить такую вот снежинку красивую. Снежинку рисовала вообще первый раз в жизни, но ничего, вроде бы получилось. В общем, решила остановиться на вот таких вот ботфортах цвета охры коричневым. Ну а снежинка, естественно, голубая. Я не стала рисовать платья какие-то. У меня не было какой-то конкретной идеи, что я буду рисовать. Ну и, в общем, вот что у меня получилось. Очень моден будет цвет коричневый и такой цветом охра, рыжевато-красноватый. В общем, я решила его использовать. Не знаю, мне очень нравится этот цвет, и мне очень понравился эскиз. И как-то я уже скучаю по снегу. Всем вам творческих начинаний, хорошей работы и всем пока-пока.